Сереж, вот расскажи, в принципе, последний ваш EP вышел год назад, даже больше, уже, наверное, будет 15 месяцев. То есть эти 5 песен вы вынашивали там, как-то вот выстрадали их. Что вы делали этот год, в принципе, который связан с пандемией, со всем? Концертов вы не играли, творчески как вы развивались? Что стоит ждать? Может быть, в принципе, я так понимаю, вы задумывали после EP что-то большое, масштабное? Что это будет и вообще, ну вот, вот первый вопрос именно вот, вот в этом контексте, что ждать? Да. Слушай, какой вопрос, короче, давай расскажу тебе сразу про эпиху. Смотри, эпиха получилась эпихой именно потому, что вообще случилось так, что изначально мы планировали делать сингл. То есть мы расстались с нашим предыдущим драмером Колей. И получается, часть треков мы придумали с ним. И хотели выпустить эти треки отдельно. Ну, в общем, как-то макси-сингл или сингл, не знаю, это, собственно, была корона. И что-то еще было, я сейчас даже не вспомню. Вот. Ну и тогда уже появилось, получается, мы начали играть с новым ударником Андреем. И типа появились новые песни, то есть «Мой мир». Хотя «Мой мир» мы тоже, наверное, с Коляном сделали еще. «Мой мир», «Космополит», вот они, как бы «Побег», вот это все уже появилось после. И, короче, как бы это переросло из идеи макси-сингла в идею EP. И так получилось, это все надо тоже стало затягиваться, потому что стали активно ездить. Ну, вот, и у нас 18-19 год, наверное, был очень активный по турам. Знаешь, там что, там было 2 или 3 тура в год. Я вот, мы типа по Эстонии прокатились, по Германии прокатились. Потом, ну и по Украине, кстати, тоже были концерты. И в перерывах, когда ты настраиваешься на волну концертов, то есть как бы уже придумываешь что-то, типа не очень получается. И поэтому эти песни так состоялись, и в итоге мы их сделали эпихой. Вот. И потом, когда мы выпустили эпиху, мы опять начали там минимально кататься. И, ну и в принципе, знаешь, проект существует с 2013 года, он типа стартовал как One Man Band, и я и вот писал лично какие-то маленькие отрывки, то есть такого полноформатика-то и не было. И поэтому вот эта эпиха, наверное, это последний шаг перед полноформатным альбомом, который будет, ну, действительно полноформатным. И, в принципе, вот это время, которое пандемия с марта, ну, фактически, когда непонятно, будут ли вообще концерты в этом году, вы его как-то продуктивно использовали для себя? Есть какое-то накопление? То есть, я так понимаю, что текстуально он должен быть выношен тоже как-то в контексте вот этого всего, потому что, ну, я так понимаю, что счастье, что вы вчера и сегодня играете, этого могло бы и не быть, в принципе, в этом году. И непонятно, будет ли в будущем. Короче, по поводу вообще, знаешь, энтузиазма и прочего, в общем, скажу честно, что после декабря мы приехали, и я был, ну как, морально очень, надо сказать, как выснаженный, что ли. Ну, типа, мне вот тупо ничего не хотелось. Мне как-то, ну, чувак, ну, типа, туры все были практически в ноль или в минус. Это, типа, меня так подрастроило. И где-то полгода я просто сидел дома, мы с чуваками даже не пересекались. Потом, ну, как бы, ударил карантин, и мы начали потихоньку собираться, ну, у нас была возможность собираться. Но вот знаешь, по текстам как-то выдохся. И сейчас я только перезагружаюсь, что ли, и что-то новые идеи какие-то приходят в голову. Потому что со старта карантина была вообще какая-то пустота, реально, я не знаю. Вот тупо ничего не приходило в голову, и ты сидел такой, что. Вот, и мы делали кавера, собственно. А текст EP, я так понимаю, написаны где-то в 2018 году, да? Да, да. То есть, в принципе, ну они достаточно фатальные по тексту. То есть, такое впечатление, как будто ты закончишь и умрешь. Ну, то есть, доиграешь и умрешь. Нет, нет, вот там, наверное, даже главная песня, это «Мой мир». Это о том, собственно, чего пригорает и от чего не убежать, чувак. То есть, вот это все, «Космополит» тоже, он, типа, ну, знаете, это как, типа, сарказм, что ли, такая штука. А Харьков как на тебя давит вообще? Вот именно как город вообще? Он тебя раздавливает, он тебя вдохновляет? Что больше? Ты знаешь, не могу сказать, как ответить на этот вопрос, а просто однозначно. Потому что Харьков, ну я типа в нем вырос, он довольно индустриальный, довольно депрессивный город. Я как бы в нем нормально себя чувствую. Вот, знаешь, я живу типа далеко не в центральном районе, и вся вот эта штука индустриальная, она вокруг меня с начала, с рождения, и типа, ну как с рождения, грубо говоря,
с сознательного возраста. И типа, чувак, меня это не парит вообще. Типа, я не вывожу мегаполис, я не вывожу Киев. Одесса для меня тоже немного напряжная. А Харьков, в принципе, даже, наверное, комфортнее для жизни. В принципе, вот эта вот вся атмосфера текстуальная, которая с 13-го года, да, формируется, то есть она, в принципе, за счет декораций, в которых ты рос, да, то есть, возможно, если бы ты рос, естественно, в других... Нет, я тебе сказал, ты знаешь, смотри, как появляются тексты, это, в принципе, зачастую какие-то фразы, которые там ты идешь, ты понимаешь, ну, да, наверное, если бы декорации имеют место быть, потому что зачастую тексты рождаются, когда, ну, типа, бродишь пешком. Надо сказать, что Коля тоже придумал, Коля, лучший барабанщик, он придумал... часть текста, то есть частично тексты придуманы были Коляном, но вот те, которые придумал я, они рождаются, да, из какой-то фразы, знаешь, ты приходит в голову к этой фразе, и потом она обрастает другими фразами, и это помогает формировать какую-то историю. То есть, я, в принципе, довольно скупой на тексты, и они рождаются сложновато для меня, типа вот так. Но когда они рождаются, типа, это уже полноценная законченная история, типа как подъезд. А в принципе, вот в этом всем контексте прирост фан-базы Knifeman не сильно большой за все эти годы. То есть, вот ты осознаешь сегодня, в принципе, конечность вообще слушателя, который приходит на ваш концерт, что в принципе в сегодняшних реалиях Украины он не прирастет. То есть вы как-то формировались за счет западной гастроли, вы играли за пределами Украины, то есть вас котировали. Ну, вы чувствовали вдохновение, в общем-то, силу. Естественно, вот ты говоришь, с декабря ты просидел, вы не виделись, сегодня тоже не совсем вдохновляющая атмосфера для будущего. То есть, в принципе, что делать со слушателем украинским, на твой взгляд, и что делать для того, вот это вот риторический, вот, ну, ебаный вопрос про то, что как развивать контекст нашей независимой индустрии, на твой личный взгляд? Чувак, на мой взгляд, все критично. Эта история, на самом деле, очень грустная. С грустным концом ничего не будет хорошо. Все будет так же, как и было. Будет маленькая фан-база, будет небольшое количество людей, которые, знаешь, которые... которые движимы, собственно, только своим энтузиазмом. И, в принципе, этого хватает. Потому что, на мой взгляд, так и должно быть все. Типа, я не за то, чтобы это были большие количества людей или каких-то там чуваков, которые не в теме. Я больше за играть для людей, которые в теме, но их будет немного, но это типа будет, ну, типа, люди, которые разделяют их взгляды и прочее. А как ты относишься к тому, что некоторые вот как бы какой-то прошарок украинского андеграунда, так называемого пресловутым словом, он все-таки обладает какими-то принципами, вот как ты только что сказал, пусть это будет небольшое количество людей, почему это, на твой взгляд, личный, вот если ты об этом думал, не может расширяться на что-то более, ну то есть я понимаю, есть там как прошарок, который слушает какой-нибудь мейнстрим, ну который крутится в Ютубе и на каких-то каналах, премиях условных там, и в СМИ, ну каких-то онлайн, которые существуют. Есть говнари, которые слушают из 80-х, ну там, подсадка под Iron Maiden и про все это остальное. Вот именно тот контекст, который формируется в клубах Европы, который, например, американская европейская группа выезжает, ну там, Power Trip возьмем, или Sumac, ну я имею в виду группы, которые выезжают, 2-3 группы сыграли, на них там в Вене, в Будапеште 100-150-200 человек своих пришло, ну может быть больше. Ну это все лейблы. Да, это лейблы, а в принципе путь украинского музыканта, вот если выйти на лейбл, он... Пока что нет. Пока то есть вы не ставили перед собой? В ближайшие десяток лет, я думаю, в украинском андеграунде такого ничего не произойдет. Так сколько уже ждать можно? Уже два десятка прошло. Вот, я не знаю. Да. Ну, то есть мы уже 20 лет прожили в стагнации, в каком-то замороженном состоянии с 2000 по 2020. Это охрененное время, ну, по сути. То есть на Западе уже все было, ну, до... А у нас еще нихуя не началось, ну, по сути. Не началось. Возможно, не начнется в ближайшее время. Ну, так происходит, чувак. Ну, типа, то, что я наблюдаю сейчас, это, ну, по западным группам, и, знаешь, даже по западным турам, в основном довольно много промоушена и помощи музыкантам создают лейблы. Которые, ну, логистика вся выстраивается. Да. У нас их нет. Чувак, если это новая группа, то... Смотри, какая история. Допустим, ты новая группа, и ты новая группа, которая там уверенно о себе заявила, у тебя неплохой материал, хорошо. И, ну, люди, есть энтузиасты, активисты, как бы, движений в своих городах, да, в определенных городах Украины, они хотят тебя увидеть, и есть публика, которая хочет тебя увидеть первый раз. И тебя зовут по этим городам, ты проехал первый раз, и люди тебя увидели, все. То есть, они тебя уже видели, и, в принципе, у тебя там ничего нового особо тоже не выходит, и, естественно, ты же...
там, через полгода, через год обратно в этот город не приедет, то тебя просто не позовут, потому что ну, тебя уже видели, и никто на тебя не придет. Вот так. Либо же это какие-то тусовочные штуки, которые, ну, люди просто ходят на людей ради друзей и так тому подобное. Вот как бы либо так, либо так. А то, чтобы привлечь потенциально каких-то заинтересованных слушателей, должен быть промоушен, должны быть ну, какие-то более серьезные механизмы. Я не знаю, как это назвать на самом деле, но я видел, как это делается, типа делают туры, группы, которые катают, и да, там большая доля промоушена, типа лежит на лейбле. У нас нет лейблов, поэтому это все пока что очень зародыш. Ну, мне кажется, даже какие-то зачатки лейблов у нас умерли уже, которые начинали независимые. Да, вот это как бы... Ну, ты знаешь, ничего не проходит зря, и в принципе, дохуя банк из андерграунда, которые типа ложатся, знаешь, как в этот... превращаются в пыль и становятся фундаментом для новых и новых групп, и все это нарастает. И это типа непрерывный процесс, вот, это не заканчивается, типа, старые группы распадаются, новые начинаются. И у меня это видение, то что, ну да, типа, во всех там рано или поздно забудут, но мы сформируем, как бы, возможно, какой-то фундамент для новых групп, которые, возможно, выстрелят, и, ну, все равно это будет продолжаться, и это как бы... Ну и последнее, в общем-то, вы такое звуковое формирование, в общем-то, антисистемы того, что существует в обществе. Твое мнение относительно Украины как ментовского государства сегодня? Я думаю, тебя это в какой-то степени априори затрагивает. Чувак, ну, я не знаю, это сложный вопрос для меня, чтобы ответить, просто так, знаешь. Ну, это препятствие для развития культурологического и вообще вот для развития той же музыки, препятствие для развития адекватного проявление вот именно того же андеграунда, который был протест. Я не назвал это ментовское государство, я назвал в целом коррупция, это препятствие, очень большое препятствие, это коррупция. И не знаю, люди, ну, непонимание людей, как может быть, и как типа сделать так, чтобы было лучше. Они же дальше голосуют за эту коррупцию, дальше продолжают. То есть их устраивает. Обывателя коррупция устраивает полностью. Да, да. Ну, это судим и по Одессе, и по Харькову. Мы одинаковы в проявлении. Да. Окей, спасибо тебе. Печально, чего-то.